Роман Пьешуиги, с которым Пьешуанский Шахтер, клуб высшей лиги, поднимает Выцовский Металлург. У микрофона комментатор Томас Крайен Федерации футбола Михаил Бочков. И давайте попробуем перейти к составам команд, насколько это возможно, насколько это более игровая ситуация. Итак, футбольный клуб «Металлург» Выцов. Команда гостей выступает в красной и черной форме. Ворота защищает Вячеслав Баранов, номер один. Полевые игроки, номер три. Денис Исаев, номер 20. Александр Аксенов, номер 15. Аксенов Роман, номер 5. Александр Пташов, номер 14. Алексей Яшин. Номер 9 Александр Залетин, номер 7 Вячеслав Примезов, номер 11 Владимир Фимин, номер 8 Данил Таратынов и номер 17 Егор Гринчин. Главный тренер команды «Металлург» Владимир Виталий Николаевич. И давайте, значит, о составе «Шахтера». Защищает Артем Александров, номер один. Полевые игроки: Александр Батурин, номер три. Евгений Родин, Родин, капитан команды, номер четыре. Артем Коротков, номер 12. Илья Семин, номер 14, Максим Нестеров, номер 21, Роман Терехин, номер 8, Максим Городцов, номер 10, Дмитрий Сыгуров, номер 17, Олег Быков, номер 87 и Дмитрий Пестрецов, номер 27. Ну и тренирует команду футбольный клуб «Шахтер» Ваганов Сергей Константинович. Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров в следующем составе. Главный судья Рубцов Евгений. Ему помогают Дмитрий Рыбаков и Дмитрий Волков. Вся судейская бригада из города Нижний Новгород. И вот инспектором матча сегодня является Вагинов Артур Дамирович. Ну и давайте вот составу проследуем происходящему на поле. Вот сейчас мы видим защитники «Шахтера» отыграли назад. И вот уже пытается выйти с обороны в атаку. Роман Кинев не контролирует. Это был Александр Пташов, пятый номер. И вот «Шахтер», значит, первый как-то активные действия начал принимать. А у нас тут мяч прям чуть-чуть нас не задел. И дальше не спеша «Шахтер» диагональный батут направляет, да? Вот. Тут Нестер борется. Сохраняет мяч. Своим контролем футболист «Шахтера». Снова Батурин, наверное, сейчас снова будет попытка атаки, но тут уже защитники выстрелят. 20-й номер команды. Александр. Александр. Приходим к мячу и давайте смотреть, что дальше происходит. И дальше все на более неправильно, но голкипер мяч дал туда команду. Ну что сказать? Вот. Сейчас, наверное, дождик там нечет, перекидывал игру.
Был уже один мальчик в этом году, который болит Шахтёров, проводили дождь. Тогда команда добилась успеха. А сегодня вот как будет, не знаю. Может кто-то. Решили через защиту играть. Коротков был. Это был Артем Коротков, он отправлял мяч в исполнение Кузнецова. Счет пока не открыт у нас, но это, дорогие друзья. Оп. Да, по таким погодным условиям, то есть тоже многих команд. Наверное, быстрых голов мы не ожидаем. Батурин, такая диагональная, но как-то пошел. Знаете, что по-моему, 20-й номер, акционный.
Александр Александрович. В составе команды Даут, как я понял, Аксеновы это братья, а Исаевы это однофамильцы. Вот. Ну вот. Аут бросается, боюсь, Шахтера. Не точно бросили, не перешлаки. О, так что? Да, мяч у футболистов лучше. Так, это 20-й номер, по-моему, Таратынов, да? Аксенов. А, нет, Аксенов, Аксенов. Аксенов, тот самый, который... Так, я сейчас где-то пытался продемонстрировать. Можешь сыграть через свою середину, когда провел мяч 7-7, мяч потерял. А? И уже тут 5 номер Александр, по-моему. Залетен, да, Александр, залетен. Да, ну, простые погодные условия сегодня у нас, конечно, пишевание. Видал. А вот бросает третий номер, это Сайзу. Так. Ну, не Сайзу. Подмог, Шатрон. Фонарей уже вот был. Ну, и вот, аккуратненько будет сканер, его пусть не будет. Сейчас Трофину дать от номера. Пошел с ним заброс. И подача хорошая. Мин уже был готов нести удар, но мяч перехватил Шахтером. Олег Быков. Народин, Народин. И Пестрецов наносит удар. Неудобно довольно положение. Но не наоборот, не считает. Поклонник Святого Толока. Да. Говоря о коммунальной ситуации, то, конечно, последняя победа коллективом была одержана в гостях над командой Спартак-Гродно. Шахтер свою последнюю победу одержал в минувшую среду, это в рамках курса. Сейчас, ну да, грубовато сыграли против Быкова. Очень опасный сейчас будет назначен штрафной удар, опасный минус от ворот. Ну вот, и Шахтер переиграл как раз таки обидчика команды Металлург, команду Шорт 8. 11-1, да. 11-1 счет был, и пробились пешеланцы по утрам, где будут играть в Богородском с Спартаком. А сейчас Луча, Столяров и Нестеров. И кто будет наносить этот удар? Так. Выстрел с кем сидел с этой командой? Вячеслав Баранов. Нестеров носит и нормально справляет с этим ударом. Удар был низом, но по такой погоде такие мячи представляются нам очень опасными для голкиперов. Уже вот сам пробивавший Нестеров подачу головой.
сейчас подача. Там городком боролся. Бродин. И не наносит туда одну баранов на минус. У нас все немного. Может, как ее. Как ты ее. Спица в подаче, а? Баранов на выходе, красава. Так, он не заброс. На линии победил. У меня 4 хвачены. Тем не менее, после команда из металлургических поселений Нижегородской области свою последнюю победу одержала три тура назад, но с командами лидерами она выиграла не лично, да. Вполне себе оказывается потерпением команде Богородского Спартака. Ну и, наверное, сегодня, по идее, должны тоже навязать борьбу Шахтеров. В наших прогнозах газеты «Футбол хоккей», ну или журналист Калистов. Позже во мнении, что сегодня вверх должен держать Шахтер, но, конечно, без труда это не получится сделать, тем более что... Да, опасная ситуация была, как там Александр Кутин. Из ворот брал мяч и отправил его, да. Ну так вот, без труда это сделать не получится, потому что Металлург очень крепкий коллектив, очень хорошо обученные футболисты. Ну и... наверное, уступать в этой игре они не намерены. Ну вот мы видим пока счет 0-0, но Металлург приближается, идет туда Курензов. Вячеславу хорошо знакомо это поле, хорошо знакомо возможности команды Шахтёр. Вот. Воу! Фимин потрясающе замкнул! Как сейчас? Ой, не среагировал! Среагировал все как! Не сразу среагировал Артем Александров. Как бы простой-то мяч прилетел. Простой мяч. Но он укатил в угол. В угол ворот Шахтера. 1-0 Металлург впереди. Это, наверное, то самое хорошее впечатление, которое должен произвести выкшинский Металлург на нашу кашеланскую публику, да и у вас, уважаемые любители футбола Нижегородской области. Выкса сегодня отдавать очки не намерено. 1-0 Металлург победит. Вот сюда. И сейчас хороший шанс, наверное. Появился команде Металлург, но для этого нужно что? Строгая игра в обороне. Строгая игра в обороне пришло. Игра идет в пешлане у нас, дорогие друзья, да? Ну, конечно, поле стадиона как-то знакомо многим футболистам Металлурга. Ну и команда, в общем-то, и игроки команды
Шахтер тоже все время Металлург, целый десант. Что-то Олег Быков и Дмитрий Столяров. Терехин наш может был однажды. Так что вот сейчас тогда попытался. Ворот Шахтера. Ну что? Ну, не доводилось еще первым в этом году пропускать на стадионе Шахтер футболистом в черной форме. А тут вообще тоже, по-моему, не доводилось. Олег Быков с мячом. И Максим Городцовым. Внимание, опасная ситуация. Олег, удар. Баранов, так сказать, снимает мяч. Забирает его. Дальше помогают защитники. И угловой будет сейчас. Ворот Металлурга. Пошел подавать Нестеров. Ну и практически все футболисты, так сказать, Шахтеров не спасахнули. Опасная ситуация. Да. Евгений Родин имел хороший шанс. Наверное, не успел. Ускользать можно. Нарушение. И вот уже. Сейчас посмотрим диагональная, да? Диагональная посмотрела. Да. Мяч перехватил. Столяров отправляет по флангу Петренцова. Дмитрий. Передача! Хороший гол! Ну это хорошая такая комбинация разыграна. Футболистами Шахтера такая трехкантовочка. И Максим Городцов. Максим Городцов сравнивает счет на игре. Успел этому мячу, к этой передаче Максим Городцов сравнял счет. Счет стал 1-1. Ну, наверное, сейчас футболисты более внимательные, а футболисты Шахтера стараются, наверное, на кураже как-то выйти вперед. Вот сейчас Столяров, новая подача. И снова Городцов! И снова! И как оставили! Как оставили Кузнецова! 2-1! Да, походу я порицатель. Шахтер очень быстро переламывает ход игры. Ход игры уже ведет. Счет 2-1. Ну хорошо, так разыграли. Мне казалось, мяч там... Ситуация не очень опасная, но в итоге Кузнецов и Городцов выжили максимум из этой ситуации. Ну и Шахтер уже идет. Уже Металлургу надо что-то принимать. Вот такой вот у нас футбол из городской области. А сейчас какой ответ опять Владимир Фимин. Что творится у нас, дорогие друзья? Металлург не сдается. Дальний удар Владимира Фимина. И в тот же угол. 2-2. Вот это матч. Нам есть о чем поговорить. Там есть, у нас есть о чем писать, дорогие друзья. Р-
просто фантастика. Просто фантастика. А сколько там? 3 гола за... Я не знаю, я могу ошибаться, но это 4 минуты точно, да? 3 гола за 4 минуты, это футбол Нижегородской области, дорогие друзья. А сейчас, конечно, пауза в игре большая, да, то есть нужно как-то перевести дух. Одни вот такие шока, другим как-то ликвидировать свое окружение тут успехов и продолжить борьбу. Сейчас Горяцов не точно хотел мяч Максима. Сейчас уже голкипер Шахтера в игре. Александр Батурин на Стамирова собирал по фланг. Там Ясенин боролся, но... Досталось ли там аут, по-моему, дело ограничилось аутом. Или все-таки штрафной удар будет. Подача будет, да. Подача штрафной удар все-таки, да. А или если ему окажут помощь, он часто миров. Он часто миров. Счет 2-2, дорогие друзья, у нас 2-2. У нас горячо-горячо на стадионе Шахтер в Пешулане. Так. Ну и Пестрецов был в этой атаке, но выше ворот не прилетел. И голкипер Шабаранов сейчас будет отправлять полный снаряд на половинку Шахтера. Здесь, ой, какая хорошая атака может получиться у Металлургов. Подача в направлении того же вездесущего Владимира Фимина. А тут Быков пытался успеть к этому мячу. Да, такая пауза в игре и будет сейчас аут бросать. Емеза, ты посылал практически порыв, но нарушение правильности. Коротков. Его прям серьезно подпидавал Ремезов. И что у нас дальше? А дальше хорошо вырезал Семеров. Мяч ушел на угловой. Мяч ушел на угловой. И Максим Нестеров идет подавать. Угловой. Слева фланга атаки Шахтера. Пришлось сжигать со Столяровым. Подача. Здесь выставки закидывали на чайку. 14-й команда из выставки. Это Алексей Яшин, да, он прессинговал там в защите активно. Но атака не закончилась у Шахтера, а теперь закончилась все-таки. Аут. Все перекрыто. Все перекрыто с очередным Металлурга. Оставляет мяч Семенов и Бустеров. Максим Городцов против него в защите. Вот на фланг, тут Родин. Так скатился, но Коротков сдается за передачу.
которую прерывает кто-то из Аксеновых. Так, так. Вау, поправляет меня. Металлург? Это был 9-й номер, Александр? Далёкий. Тоже новая атака. Чистецов. Во фланг отправил Мишкову. Нет, в обыгрыш не удастся идти. Тут нужна другая тактика. Другие подходы. Это же контратака. Контратака команды Металлург. Нашел голец. 17 номер команды Металлург. Это Егор Гришин. Гол! И Фимин! Это Фимин! Как он... Это просто... Это фантастика! Это просто фантастика, дорогие друзья! Хет-трик! Хет-трик, Женя, да? У Владимира Фимина. Ну... Честно? Можно гордиться, наверное, Владимиром в этом матче начинать. И, наверное, поклонникам Металлурга понятно, да. Ну и, конечно же, наверное, отчасти Арзамасской Федерации футбола, потому что Владимир, я насколько помню, он выступал в межсезонье именно в Арзамасской Суперлиге. Потрясающе! Хет-трик! Хет-трик! И 2-3 Металлург ведет! Удивительно! Удивительно, дорогие друзья! Это просто футбольный праздник какой-то! А ведь стоит еще сказать о том, что все-таки Шахтер-то Металлург в этом сезоне непростой соперник. То есть первая игра завершилась ничью 1-1, и там в Иксе, я не помню, кто забил. Салют. Да. Значит, у Шахтера гол забил Сальников Андрей, а у команды Металлург Вячеслав Ремезов. Это, в общем-то, такой любопытный результат, который, наверное, обусловил еще положение команды. А то начинаете атаку. Что тут сказать, когда с второй командой на данный момент футболисты Выкса играют ничью, а команда из Дзержинска они выиграли по ходу игры, и там только, как сказать, только, наверное, ошибки в обороне привели к тому, что Химик Салют тогда победил, да? Да и с Богородским-то, в общем-то, вы ввели, господа. Из нашего южного, так сказать, города, замечательного улица. Так что... Металлург показывает класс и ведет 3-2. Это замечательно. И Шахтеру сейчас нужно прям... Ну, прикладывать усилия. Команда еще дважды по ходу чемпионата не проиграла в счете.
15 номер атакует, да? Вот Гришна. Снова пиздец. Уже на покер его хотят вывести с такой, да? Перехват. Снова с мячом футболисты в лице. Да, знаете, что он футболист с Шахтера, ваут. Давай, 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 черный уже. Денис Исаев идет его выбрасывать. Тут как бы не очень хорошо видно. Быков бьет, но... О, какой удар! Там отражает! Ну, это вообще, это сейчас триллер. Триллер мы сегодня смотрим с вами, дорогие друзья. Так. Пять голов. За первый тайм. Переворот с ног на голову. 7-3. Сейчас атака. Хороший удар. С рикошетом там. Гришин убил к воротам. Егор. А рикошет-то такой, знаете, непростой. Чуть пониже возьми и был бы четвертый гол. Просто удивительно. Подача. Ох! Достает мяч Александров вверх угла и уже отправляет его быстро на половину поля. Гостей туда. Вот Быкова. Атака Металлурга, Ремезов. Коротков принимает вместо себя и очередной угловой стоит. У ворот Шахтера будет, да? Исполняется. А ведь первый тайм еще не закончился, дорогие друзья. Еще 7 минут. Блять. Женюшки за... Городцов тут принимает мяч у себя. И тем не менее Металлург владеет мячом. Аксенов. Так. Попытка не удалась. И Быков. Семенов из аута быстро-быстро бросается Быков. Смещается удар. Нет, это был прострел. И угловой. Угловой. Нестеров пошел подавать, но как себе отбивает уже, да? Смотрите, практически все так или иначе поблизости от штрафной, за исключением Столярова и Батурина. Борьба. Нестеров. Эх, Максим. Обидненько. Должно быть футболист Шахтера. Ну и, конечно, очень непросто сейчас они поступают в счете в дожди. Это чудо сейчас не поднимет. Давай, давай! Хорошо, хорошо, хорошо.
же ремонтировать, ему нужно же боковое там, понимаешь? Атака команды Викса. 14 номер бросает аут, это Яшин. Винит. Дай головой. Передача. Полиника Кицова. Нет, нет, просто так сегодня Викса ворону не пройдешь. Коротков уже вынужден отдавать налево Батурину. Столяров с мячом. Отдает Нестерову. Нестеров переводом на Родина. Родин Семенов, Семенов. Подача! Нет, нет, не пройдет эта подача здесь, в защитнике. А сейчас что? А сейчас Семин повторную даст. Убирает мячку с боя, но в коробочку берут. И мячик будет куда-то на территорию пешеланского бывшего завода. Пауза на две. Удар от ворот. Шло Баранов. Сейчас будем диагональ последуем. Так и есть. Ну, такая небольшая. Небольшой заброс на полную Петрицова. И там, там сразу активизируются защитники Вуцинской команды. Офсайд, офсайд, офсайд. Можно не бежать. Можно не бежать. Батурин быстро разыгрывает мяч с Тимуровым. И Сырцов попытка зацепиться не давать. 2-3 идет Металлург, это напряженная борьба. И это только первый тайм. Все благодаря технику Владимира Филина. Вот что предсезонка в Росомахской Суперлиге сделает. Суперлиги не попробуйте. Батурин. Диагональ, как обычно, это понятно стало. Так, Олег Быков. Нестеров. Передача! Увидел, как увидел Максим Нестеров. Хорошо увидел Городцова. Ну, Максим Городцов, который до мяча не дотянулся. Удар ворот. Вячеслав Баранов. Ну, хорошо получается забрасывать мяч в борьбу. И вот он сейчас это делает. Гришин. Гришин прям боролся. Как лев, но мяч. А хотя нет, наверное, мяч снова в Долуга. Да, интересно все-таки, что же скажет спинарный тренер команд своим подопечным. Какие наставления дадут. Вот сейчас вот борьба и снова в направлении Яшина. Алексея Яшина. Так. Исаев бросает аут. Ой, Юрешкина, немножечко. Так. Подача. Это сильно, это сильно.
это очень сильно. Восьмой номер. Данил Таратынов был.